Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт и новости смуты. Шо? Опять? Да, я знаю, предвижу ваш комментарий. Опять ролик про смуту, да сколько ж можно обсасывать этот кусок кала? Игра дерьмо, всем давно понятно. Но вы поймите меня, во-первых, кринж со смутой не останавливается, и я узнал кое-что новенькое про нашу любимую российскую игру. Во-вторых, никаких интересных релизов и новых игр, про которые можно было бы рассказать, летом не выходит. Ну и в-третьих, просмотры на роликах о смуте говорят сами за себя. Мы ее ненавидим, но все еще любим ловить новостей о смуте, кринж и узнавать, что же в этом гадюшнике нового? И кто же вам об этом расскажет, как не главный амбассадор сия шедевра? На самом деле ролик будет что-то вроде продолжения предыдущего, где я рассказывал о планах разрабов и института деградации интернета по финансированию смуты и других игр. В общем-то, финансирование случилось. Смуте выделили еще 100 миллионов рублей. Сколько? Да-да, вы не ослышались. Короче, готовьте ваши пятые точки, ибо они от того, что вы услышите сейчас, будут, скорее всего, полыхать ярче жаркого летнего солнца. По крайней мере, лично что у меня адски подгорает. И я сейчас поделюсь с вами этим теплом и расскажу, кого разрабы смуты винят в плохих оценках игры, кто хвалил игру в комментариях ВКонтакте и на что разрабам выделили еще 100 миллионов. Спойлер, это не DLC. Ну и заодно расскажу, как изменилась смута с момента релиза. Ведь я, представьте себе, зашел и поиграл в нее после всех обновлений и поделюсь сегодня с вами своими впечатлениями. Но перед этим я вынужден вам рассказать еще одну очень грустную новость. Один из депутатов Госдумы, некий Александр Хинштейн, высказался на днях о скором замедлении Ютуба. Сначала скорость загрузки может упасть на 40%, а потом и на все 70%. И со временем может так случиться, что видосики на Ютубе просто не будут загружаться или будут страшно тормозить. И именно поэтому в этот раз с особой настойчивостью я прошу вас подписаться на телегу и на Twitch. Как вам заебись, подводочка? Но на самом деле, если отодвинуть все шутки в сторону и говорить серьезно, то мы живем в такое веселое время, что рано или поздно это действительно может случиться, и тут действительно могут заблокировать. И вот при таком раскладе мне бы совсем не хотелось терять вас, поэтому, ребят, подписывайтесь на все соцсети, они там все в описании, там Дискорды, ВКонтакте, естественно, Телега, там Твич тоже, потому что у нас стримы каждый день еще проходят. Подписывайтесь, если вдруг случится самое страшное, мы будем вместе коллективным разумом думать, что делать. А сейчас мы, наконец, начинаем видео. Погнали! Итак, давайте пойдем по порядку. В этом видео будут три кринж-стории про смуту. И все они, как-то ни странно, случились в течение одного месяца. Первая история носит название «А кто же виноват в негативных обзорах смуты?». Как вы понимаете, вариант «халтурные разработчики», у которых вместо желания сделать игру было только желание освоить бабло, тут не рассматривается. Генеральный директор института деградации интернета Алексей Гориславский рассказал, что они там у себя в своем институте очень спокойно воспринимают критику игры. Ведь если критика конструктивная, то она помогает это улучшать продукт. И вот вроде бы говорить все по делу, адекватно, однако это еще не все. Гориславский считает, что Ири столкнулась с целенаправленной кампанией дискредитации со стороны либерально-оппозиционных СМИ. Я вас уничтожу. Гориславский думает, что целью этой кампании было, внимание, оттолкнуть независимых разработчиков от сотрудничества с государством и использования государственных средств для создания своих игр. Он утверждает, что подобная кампания была направлена против конкретно смуты и государственных фондов. В частности, собственно, как раз его института. И осуществлена эта кампания была никак иначе, как с помощью ботов. Ведь критика была однообразная и вся нашла со стороны именно либеральных СМИ. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну что тут я хочу сказать? Получается, я либо бот, либо либеральная СМИ. Я никаким образом не могу быть просто недовольным геймером, который не хочет кушать говно с лопаты, особенно учитывая, что на это говно были выделены деньги из государственного фонда. Как же я могу быть недоволен кривым геймплеем и унылым сюжетом? Да и вообще, если все говорят, что геймплей кривой, а сюжет унылый, это просто однообразная критика. Это комментарии по методичке. Короче, это все боты и заказуха. И, конечно же, вся эта однообразная критика совсем не может означать то, что большое количество людей видят недостатки игры. Ну, хватит базара. Всем все ясно. Так вот, еще раз с этими словами господин Гориславский определил в либерасты и боты, например, депутата Милонова, который раскритиковал смуту, назвав ее халтурой, а также сказал, что государство должно спросить с разрабов за потраченные 500 миллионов рублей. Сами разработчики, правда, сориентировались, что тут война как бы идет немножко не в ту сторону, и пригласили Милонова к себе в офис. Рассказали про то, как они собираются исправлять игру, и что вообще все не так просто в этом мире. Он их там поюлил, пальчиком погрозил, ну и, конечно же, как настоящий профессионал,
профессионал, разбирающийся, несомненно, в геймдеве, рассказал, как в идеале надо работать на госденьги. Лично мне кажется, что все-таки неплохо бы и инвесторам, и разработчикам прислушиваться к критике игры, а не пытаться отмазать себя, что это какие-то там либерасты, заказали ботов и так далее. Но, видимо, этого у них в планах нету. Кстати, о ботах они также присутствуют и во второй нашей сегодняшней кринж-истории. Впрочем, уверен, для многих из вас тут не будет ничего нового. Но теперь мы официально получили подтверждение и ответ на вопрос, кто же все эти люди, которые в группе ВК хвалили игру в комментариях, ждали релиза и после релиза продолжали говорить, что игра отличная. Что это как раз то, что они ждали, что боевка-то заебись, не то, что вот в этом вашем дерьмаке. Что? И вот недавно ВК провел зачистку ботов на своей платформе, и мы наглядно увидели, сколько же их было в группе Смуты. Образовались целые цепочки хвалебных комментариев, странички авторов которых были удалены. Масштабы нашествия ботов были такие большие, что даже те, кто лайкал комментарии от ботов, также оказались ботами. Во-первых, бот — это ты. А во-вторых, я твоей маме. Да, здесь, видимо, платформа ВК и ВК-плей немножечко не договорились. И в целом забавная получается история. Видимо, глава Института деградации интернета знал что-то о ботах не понаслышке. И на деле это не либеральные боты оставляли хейтерские комментарии, а ваши боты оставляли хвалебные. Я просто хочу в очередной раз подметить халтурное исполнение даже такой простой вещи, как покупка комментов для продвижения. Вся пиар-компания этой игры держится на нас, на контент-мейкерах. Поэтому я предлагаю выделить нам, в частности мне, деньги, чтобы мы дальше делали хейтерские видео по Смуте, но уже не на халяву, а за бабло. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Кстати, о выделении денег на всякую херню. Об этом как раз третья и самая жопоподжигающая кринж-стория нашего сегодняшнего видео. Как вы знаете, разработчикам Смуты на создание сей шедевра выделено было около 500 миллионов рублей. Ходили слухи даже о целом миллиарде. И вот игра вышла, и ее разнесли все, кому не лень. Даже в ВК-плей, где изи, в принципе-то, можно накрутить оценки ботами, хейт был настолько силен, что у игры меньше 6 баллов. То есть, как я уже говорил в предыдущем видео, вроде бы всем все должно быть понятно, что игра шляпа, что разработчики халтурщики, и то, что надо их гнать в шею санными тряпками. Но нет, Институт деградации интернета считает иначе и, оправдывая свое название, выделяет этим чудо-разработчикам еще 100 миллионов рублей. Послушайте, это же бред. Но ведь бред. Ну бред же. И может быть некоторые из вас подумали, ну вот им выделили, чтобы они все-таки допилили игру. Ну немножко вот не хватило, не дотянули ребята, но сейчас-то точно все будет хорошо. Либо они добавят какое-нибудь классное дополнение, либо просто наконец придут игру в порядок. Однако столь весомая сумма была выделена совсем не для того, чтобы исправлять или дополнять основную игру. Эти 100, блять, миллионов пойдут на развитие образовательного режима. Да-да, помните эту сратенькую домоверсию без контента, где ты ходил по локации, читал унылые неинтересные факты и слушал исторические справки? И вот они решили выделить деньги и расширять этот режим за 100, блять, миллионов, сука! Я когда говорю эту цифру, мне аж плохо становится. За 100 миллионов они добавят еще локаций и исторических фактов. Ну это пиздец какой-то просто. Да, вы все правильно услышали. В образовательный режим «Смутное время», или как он недвусмысленно звучит на английском, «Time of Troubles», добавят две новые локации — Нижний Новгород и Ярославль. Наполнит их умопомрачительно интересными историческими фактами. И по идее мы все должны обязательно побежать в это играть. Правильно, так и надо. Насрать, что там основная игра неиграбельная, скучная и баговная. Надо выделить деньги на образовательный контент, его же все так жаждут. А там всего лишь одна локация. Вот держите 100 миллионов, дайте еще две. И я даже не знаю, стоит ли мне говорить о том, что тут, в принципе, все осталось ровно так же, как и было всегда. Бабло просто осваивают. Сначала они осваивали со Смутой, выделили 500 лямов, а может и миллиард. Вышел кусок кала, который сделали за пару месяцев, все его обосрали, а теперь выделяют еще 100 миллионов на расширение режима, который никому не нужен, который, я уверен, даже фанаты Смуты не заходят. Мне интересно, сколько же денег выделит Институт деградации интернета на дополнение Приземской собор, который вроде как обещали разрабы. Возможно, еще полмиллиарда рублей понадобится, а то и больше, инфляция же идет. Да-да, мы все помним, что разработчики обещали допиливать игру, менять боевку, добавлять контент, но это все-таки подождет. Давайте сначала расширим образовательный режим. Великолепный план. Разработчики. Давайте тормознем, и справедливости ради, я упомяну, что разработчики вообще-то выпустили уже несколько фиксов и патчей, которые должны были улучшить игру. В Смуту я играл только в первую неделю после релиза. И, естественно, после полутора десятка часов, проведенных в этом шедевре, я не выдержал и снес ее нахрен. Однако настало время вернуться. Сейчас я вам расскажу, как изменилась Смута за это время, спустя почти 4 месяца после релиза. Что мы делаем прямо сейчас?
исправляем самые острые проблемы. Дорабатываем и улучшаем игру. Для этого мне снова пришлось скачать ВК Плей и Смуту и поиграть в нее какое-то время. Хватило меня, если честно, только на час небольшим. Но изменения действительно есть. Во-первых, разработчики все-таки сделали смену суток не такой тупорыло-кринжовой, какая она была. Если вдруг вы забыли, то на релизе время суток без предупреждения просто менялось. То есть ты идешь по лесочку, вроде нормально, денечек такой красивый, тут хуяк внезапно ночь. Но теперь, господа, не поменялось ни хера. Они просто добавили вот эту вот простенькую анимацию перехода с солнцем и луной. Да уж, я считаю этот костыль самым гениальным решением. Кому не нравится, то вы просто ни черта не понимаете. Это разработчики, они так видят. Мы уникальные дебилы. Вот это все, что можно сказать. Мы дебилы, но уникальны. Но подождите, это еще не все изменения, которые я заметил. Разработчики поправили, внимание, внимание, боевую систему. И теперь бои наконец-то перестали быть слишком сложными и скучными. Они стали просто скучными. Урон по врагам увеличился, а по главному персонажу уменьшился. Кроме того, теперь если у вас происходит схватка с несколькими противниками, они не бросаются на вас все одновременно. Теперь они просто стоят и ждут, пока вы деретесь с одним из них. Еще один гениальный костыль. Вот так вот, мать вашу, надо исправлять игры, отсосите, хейтеры. В остальном же, да, игра все еще в отвратительном состоянии. Оптимизацию чуть-чуть подвезли. Помните, как смута вначале работала хорошо, но потом, чем дальше ты продвигался от начальных локаций, тем больше она начинала тормозить. Теперь оптимизацию завезли и в локации, которые чуть подальше от начала игры. Правда, я не знаю, насколько. Так как я уже говорил, мне хватило всего лишь на час игры с небольшим, и я особо по ней не продвинулся. Потому что за этот час я столкнулся с огромным количеством других технических проблем. Например, у меня не выполнялись квесты. Я решил продолжить игру с того момента, где я ее в прошлый раз закончил. И у меня было задание вернуться в кабак. И я туда вернулся, но ничего не произошло. Я решил, ладно, может, я не понимаю, что нужно делать, потом погуглю, пойду выполню парочку сайд-квестов. И поначалу в обоих сайд-квестах на локации все шло хорошо, однако в какой-то момент, когда мне нужно было доложить о выполнении квеста NPC, который мне его выдал, у меня просто начинался самый первый диалог с этим квест-гивером, то есть диалог, в котором он давал мне задание. И так было с двумя сайд-квестами, которые были доступны на локации. Помощь православная. Благодарствуем, боярин. Волки, господин. Юрку вон третьего дня чуть не задрали. Где, говоришь, стая ходит? Бог в помощь православная. Благодарствуем, боярин. В итоге я решил плюнуть на это и загрузить свое старое сохранение. Вдруг просто последнее сломалось. В этом сохранении мне снова надо было выполнить одно из самых унылых заданий. Пройти с польской женщиной очень медленно до момента, когда она покидает город. Я думаю, не стоит в очередной раз говорить о том, что квесты по сопровождению NPC это дерьмо, потому что вы вроде как и так это знаете. Однако, они были даже в великих играх вроде RDR 2. Там, правда, были диалоги, а тут мы с Пани просто идем 5 минут молча. Очень увлекательно. Разок я попробовал просто добежать вперед нее до нужного места, однако у Милославского случился по дороге инсульт, так что пришлось заново проходить весь молчаливый путь с Пани. И вот, короче, после долгой, пешей, нудной прогулки мы доходим до конца, где она должна была покинуть город, и у меня снова, блядь, запускается начальный диалог, где она меня просит сопроводить ее, вы понимаете? Посмотрите, как это охренительно выглядит. Вот в таком великолепном техническом состоянии находится игра Смута спустя 4 месяца после релиза. Вот такие вот у нас разрабы пряморукие. Они, конечно, пытаются что-то делать. Вот, смотрите, например, они поправили баг, где можно было на лошади скакать по дну реки, помните? Теперь в водоемы вообще нельзя зайти. Разработчики просто понапихали везде невидимых стен. Это, правда, приводит к тому, что можно неплохо так застрять, и поможет тебе только перезагрузка. Возвращаясь к боевой системе, она совсем не поменялась. Она такая же кривая и косая. Разработчики просто сделали сами бои проще. Диалоги не поменялись, анимации не поменялись. Короче, практически все осталось так же, как было, а что-то стало даже хуже. То, что они попытались исправить, это просто костыль. В некоторых случаях работает еще хуже, чем раньше. Короче, все это нормальными правками назвать нельзя. Разработчики Смуты в очередной раз доказывают, что они халтурщики, которым не надо выделять деньги на создание игр. Однако институт деградации интернета это не заботит. Они выделяют им еще 100 миллионов рублей. Вы что, ебанутые, что ли? Знаете, я повторю, ситуация со Смутой, она вроде бы и смешная. Ведь мы ловим кринж, угораем с непутевых разрабов. Это все мемно и забавно на первый взгляд. Однако, если подумать о том, что на этот кусок говна продолжают выделять деньги,
после всей критики становится реально как-то грустно. И я считаю, что это несправедливо, что одни разработчики, у которых действительно есть талант, с трудом находят инвесторов в наше сложное время. А в это время какие-то бездарыши получают миллионы на идейно правильный кусок дерьма. Пишите в комментариях, что думаете по поводу всей этой ситуации. Не забывайте про лайк, подписку, конечно, если вам понравился видос. Другие соцсети, да, там Twitch, Telegram, все остальное, там Discord, ВКонтакте, все есть в описании. Пожалуйста, подписывайтесь, пока не заблокировали YouTube. Там еще с вами найдемся. Я понимаю, что сейчас все так говорят, но, бля, ну, это действительно такая ситуация, ребят. Давайте, подписывайтесь, если YouTube помрет, мы вместе с вами, коллективным разумом, будем думать, что делать. Ладно, все, всех обнял, спасибо большое, что досмотрели. С вами был Мародер 120 Гигабайт, хороших всем игр, пока.